Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Коксик, ты такой смешной в этой маске. Да, правда, Коксик, такой, это, загадочный. Вы на себя-то посмотрите. Веснушка, а что это у тебя? А это веер. Ну да, конечно, веер. Таким дамы раньше в опере обмахивались. Так что, мы все-таки... оперу репетировали. А что же еще? Ну не балет же. Ну уж точно, не балет. Вот Тимур Мажорович нас запутал и... Здравствуйте, юные любители музыки. Привет, ребята. Здравствуйте, Тимур Мажорович. Здравствуйте. Ну, как домашнее задание? Готовы? Готовы. Тимур Мажорович, раскройте секрет. Что ж мы на сегодня готовили-то, а? Конечно, раскрою, Коксик. Но сначала покажите ребятам, что у вас получилось. Хорошо? Хорошо. Тогда начинайте. Итак, принцесса цирка, первый акт. Музыку, пожалуйста. Вы у арены переполненного цирка. Сейчас выступит молодой, но уже очень известный артист, мистер Икс. Встречайте! Устал я греться у чужого огня. Любит меня. Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске, судьба моя. Меня преследуете? О, многоуважаемая княгиня, я так рад видеть вас. Я так долго вас ждал. Позвольте пригласить вас... Нет, никуда я с вами не пойду. Но почему же? Я говорила, что не пойду. И скажу снова, нет. Пусть ты всех знатней, всех богаче, пусть ты наделен судьбой редкой красотой. Длинный список самых лучших качеств мы оставим в стороне. Не надейся на удачу, если не по сердцу ты мне. Не по сердцу? Как же так? Вот скажите лучше, кто был тот загадочный акробат? И почему он в маске? Да потому что без нее он ничего не значит. Этот его рекламный трюк давно устарел. Кстати, княгиня. Ну вот туда. А вот и он. Где мой? Познакомьтесь, мистер Икс. Ну вот туда. Ап! Здравствуйте, княгиня. Очень рада. А вас столько говорят. А правда, что вы никогда не открываете своего лица? Ну это всего лишь... рекламный трюк? Вот-вот, и весьма неудачный. Ах, вы слышали наш разговор. Но если я попрошу вас открыть лицо? Я буду вынужден вам отказать. Отказать? Ах ты наглее. Да, отказать. Как можно отказать княгине? А ну-ка иди сюда, я сорву с тебя эту маску. Нет, прекратите. Шут. Да. Я шут, я циркач, так что уже... О, мистер Икс, куда же вы? Княгиня, куда же вы? Браво, молодцы!
здорово! Тимур Мажорович, у нас получилось? Еще как! Вы сыграли настоящий первый акт знаменитой оперетты венгерского композитора Имре Кальмана «Принцесса цирка». Знаменитый чего? Оперетты? А мы думали, что это опера. Ага, только маленькая. Вы верно думали, Коксик. Потому что оперетта переводится как «маленькая опера». Ну надо же, угадали. Здорово. Постойте, постойте. Но ведь в опере же все поют, а мы не только пели, мы еще и говорили. Молодец, Коксик. Ты заметил главную особенность оперетты. В ней музыка чередуется с диалогами без музыки. Помните, что такое арии? Конечно, я вот спел арию мистера Икс. Так вот, в оперетах арии короче, чем в опере. И вообще, характер всех оперет легкий. Легкий? Это как? Ну, легкий, непринужденный, смешной. А теперь скажите-ка, помните ли вы, как называется литературная основа для балета? Помню! Да, либретто называется. Да. Так вот, в оперете тоже есть либретто. А что было дальше в нашем либретто, а, Тимур Мажорович? Ага, интересно узнать, что с этим мистером Иксом случилось. А это вы сможете узнать, если посмотрите всю оперету целиком. И вы, ребята, можете вместе с родителями сходить на настоящую оперету. А сейчас время нашего урока подошло к концу. Ой, как быстро! Да, быстро! Ничего, следующий урок всего-то через неделю. Увидимся! До новых встреч, юные любители музыки! Всегда быть в маске!